Золотой кабан. Есть в провинции Северная Пхенанда гора Чхольсан. И вот какую о ней рассказывают легенду. Давным-давно, еще во времена Силла, жил на вершине горы Чхольсан золотой кабан. 1000 лет прожил на свете, волшебством овладел. То чертом обернется, то человеком, то опять кабаном. И вот что за ним водилось, у правителей уезда жен похищал. Только приедет правитель, кабан хватит его жену и на гору к себе тащит. Не изловишь его никак, очень уж ловкий да верткий, перевертыш и есть. Слухи о нем от Каира до Сеула дошли и достигли, наконец, ушей короля. Не хочет никто в тот город правителем ехать, кому охота без жены оставаться. Но все же заставил король своей королевской властью одного чиновника в Каир правителем ехать. Прибыл новый правитель в город, созвал чиновников, попросил о кабане рассказать. Все без утайки. Молчат все, ничего толком сказать не могут. Приказал тогда правитель 5000 паль шелковых ниток ему принести. Подивились чиновники, зачем правителю нитки понадобились. Но нитки все же принесли, целый клубок, 5000 паль, как и было велено. А правитель, прежде чем лечь спать, подошел к жене, к ее подолу, потихоньку конец нитки привязал. Притворился, будто спит, а сам один глаз приоткрыл, смотрит, что будет, и клубок крепко держит. Ночь настала, встала жена, из комнаты вышла, идет, а нитка следом тянется. Тянулась, тянулась, вся и вытянулась. Пошел правитель за ниткой, куда нитка, туда и он. И привела его нитка к глубокой пещере. Вошел он в пещеру, слышит, жена его с какой-то женщиной разговор ведет. Увидела мужа, подбежала к нему, плачет от радости. Тут еще 4 женщины подошли, просят спасти их. Правитель рад бы, но как оборотня одолеть? Велел он женщинам разузнать, чего боится кабан больше всего на свете. Тут налетел ветер, послышался шум. «Это кабан возвращается», – зашептали женщины. «Пусть правитель скорее спрячется, не то не миновать беды». Только успел правитель за камнем спрятаться, как появился кабан. Ввалился в пещеру, спрашивает у женщин, все ли у нас в порядке. Испугали женщины, думают, догадался кабан, что кто-то в пещере есть, не знают, что сказать. Потом одна и говорит, а что может такое случиться, вы чего-то боитесь? Да, боюсь, отвечает кабан. Чего же вы боитесь, спрашивает женщина, зачем тебе знать, говорит кабан. Чтобы вас предупредить об опасности, отвечает женщина, тогда бояться не будете. Так и быть, скажу вам, чего боюсь, раз вы так обо мне заботитесь. Сушеной оленьей кожи боюсь, и больше ничего, говорит кабан. А чего ее бояться, не унимается женщина. А вот чего, отвечает кабан, как увижу ее, так сила моя пропадает. Услышал это правитель, вспомнил, что у него мешочек для печати, шнурком из оленьей кожи стянут, обрадовался и думает. Вот это везение, теперь берегись, кабан. Развязал правитель мешочек, шнурок выдернул, из-за камня выскочил, помахал шнурком и как закричит. «Ну-ка, погляди, кабан, что это?» Поглядел кабан на шнурок, задрожал от страха. Схватил тут правитель нож, со всего размаха в кабана вонзил, тот дух испустил. Так спас правитель уезда свою жену и других пленниц, и все они благополучно вернулись домой.